Надо поехать на упреждение. Да. То есть мы не будем отсюда его гнать, мы будем гнать сюда к нашим, да? Да. Ну, я сегодня первый раз, но узнал уже давно, следил за этими новостями. Все-таки ребенок, это, ну, страшно. Все, пошли! Пошли! Сначала долго не могли найти машину. Как поехать, как сюда добраться. Очень большое количество людей было. Мест машин не хватало катастрофически. И машин не хватало. На поисках я в первый раз заставила поехать ситуация, то, что пропал ребенок 10-летний достаточно давно. И обстоятельства пропажи смутные. Красное, бордового цвета там сейчас, такого. Куда сейчас ехать? Прямо защитного прямой. Цвета штаны и туфли. Коричневого цвета штаны, туфли. Свитер я не помню. Здесь же косик. Коллег, чего-то сюда стать, вот это вот мы растянем, наверное. И ребята, говорят, 3 месяца устали, да, и полы взламывали, вот так вот везде, где завод, даже ключи. Ребята! Что интересно, двигайся. Пинжак зеленый! Пошли. Давно лежит, вот. Не разбегаться! Когда какая-то вот такая серьезная ситуация, приходит смс-оповещение. А когда пропадает ребенок, то это красный щит. То есть это всем по мере возможности нужно собраться. И, конечно же, отказать от поиска ребенка очень тяжело, когда имеешь своих детей. Это понимаешь, какое горе родителям. Вот была на больничном со своим ребенком. И на третьи сутки вызвалась помочь. Мы пойдем и как раз выйдем в эти берники. Угу. Потом перед нами будет опять поле и опушка леса. Нам вот этот пятачок потом почесать, угу. И пойдем в эту сторону. Угу. Ориентиром у нас будет эта дорога.